Чуть больше 2 недель остается до завершения приема заявок на республиканский конкурс управленцев. Руководителей с опытом более 3 лет приглашают пройти тестирование. Вначале онлайн. Лучшие встретятся очно летом 2020 года. Заявки на участие в республиканском конкурсе «Управленческая команда» принимаются до 14 июня 2020 года. Электронная регистрация доступна на сайте leader.cap.ru. Одно из обязательных условий – запись видеопрезентации. Ощущается определенный дефицит компетентных кадров, поэтому я думаю, что этот конкурс будет хорошим инструментом для выявления эффективных, классных управленцев и менеджеров. Центр «Мой бизнес» Чувашской Республики является партнером этого конкурса. Мы будем оказывать консультационную, экспертную поддержку. Финалисты конкурса смогут пройти стажировку в нашей компании и, возможно, даже трудоустроиться. Наставниками, экспертами станут участники федерального конкурса «Лидеры России». Они поделятся опытом с управленцами, проведут мастер-классы и будут оценивать компетенции участников регионального испытания. В текущем году я действительно участвовал в конкурсе «Лидеры России», прошел в полуфинал. Это позволило мне стать наставником в этой программе. Экспертная комиссия отобрала меня в качестве эксперта для оценки компетенций финалистов и полуфиналистов этого конкурса. Я надеюсь приложить все усилия, которые получил на российском конкурсе. К слову, в этом году 2 полуфиналистов федерального конкурса «Лидеры России» получили назначение на руководящие должности. Вячеслав Борисов стал руководителем администрации главы республики, а Александр Башлаев сейчас на посту замминистра строительства региона. Победители республиканского конкурса «Управленческая команда» войдут в резерв управленческих кадров Чувашии. Ирина Волкова, Николай Скворцов, Республика.